Всем привет! Если вы ищете, что посмотреть, не потратив на это много времени, то вы по адресу. В этом ролике я расскажу о мини-сериалах. Первый сериал называется «Красота внутри». Вышел он в 2012 году, одна серия длится 7 минут, а общая длительность сериала составляет всего 42 минуты. Каждое утро Алекс просыпается в новом незнакомом теле. На протяжении 6 серий он рассказывает о своей жизни и о людях, с которыми он встречается в разных обличиях. Удивительно, насколько по-разному они воспринимают каждую его внешность. Следующий совсем мини-сериал – это «Анатомия страсти. Вторая команда», снятый к основному сериалу «Анатомия страсти». Это веб-сериал, то есть он был выпущен в 2018 году только в интернете. Общая длительность сериала составляет 18 минут, в нем всего 6 серий по 3 минуты. По сути, сериал рассказывает о первом дне новых интернов. Режиссером этих эпизодов стала Сара Дрю, исполнившая роль Эйприл Кепнер. Ссылку на этот эпизод вы найдете в описании. Следующий сериал называется «Тупик». Сериал выходил в 2008 году. В нем всего 5 серий по 28 минут. Уже 2 месяца участники телешоу «Большой брат» провели в изоляции. Они уже готовы растерзать друг друга, но судьба уготовила им другую участь. Теперь они единственные, кто остался в живых и вынуждены противостоять нападению зомби. И на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео.